my friends. Все мы очень любим лето. Не знаю, как у вас, но в Москве реально постоянно пасмурно. И из столицы надо сваливать, потому что лето здесь — это полный провал. Да в жопу такое лето вообще, а? Ага, ну конечно, да. Ну а вообще лето — это самое время, чтобы встречаться с девчонками. Да, или расставаться с девчонками. Ну, конечно, чтобы встречаться с новыми девчонками. Ну и раз уж мы заговорили про отношения, хотелось бы сказать, что у мужчин есть очень много фраз, на которых они могут погореть. И надо все время следить за языком, чтобы не попасть в неловкое положение. Представляешь, а я в детстве могла пятизначные числа в уме умножать. Поэтому на физмат поступила. Понятно. А у меня бывшая могла себе салат на огурец вот такой вот здоровенный в рот целиком запихнуть. О! А давай на концерт Ромы Жолоды сходим. Ты чё? Он же этот... Пин... Это не мой. Я знаю. Алло. Да-да-да-да-да-да-да-да, Рома. А ты чё ко мне вообще в клубе знакомиться-то подошёл? Понравилось? Да нет, ты чё? Я тебя это, с Серёгой перепутал. Меня? С Серегой. Ну а что такого-то? Ты просто Серегу не видел. О, вон ты, Серега. Серег! Здорово, Серега. Привет. Здорово. Серега. Че? Привет. Ну и как вы понимаете, таких фраз вагон и целая тележка. А у девушек всего одна фраза, которая разом убьет все. Подожди. Мне надо покакать. Ой. Ну а вообще, чтобы не тухнуть у себя в городе, будь то Уфа, Рязань, Владивосток или Хабаровск, отправляйтесь на поиски приключений. Тем более, для этого сейчас есть куча возможностей. Ну, например, поехать на 3 месяца студентом в США, чтобы поработать. А цель визита какая? Хочу познать ваш язык, вот, и обязательно надо сходить на матч Лос-Анджелес Лейкерс. Угу. Отличная цель поездки. Вот ваша виза. Ха-ха-ха-ха-ха. Тупые америкашки, вас так легко обмануть. Подумали, что я буду болеть за Лейкерс. Ха! Никакого Лейкерс. Только Майами Хит, только Леброн Джеймс. Ошкальмер Леброн Джеймс. Ох уж это лето. Родители уезжают на дачу, и самое время пригласить девчонку домой. Мы можем дать вам очень-очень много советов, но есть один очень важный. Поменьше юморите и прикалывайтесь над ней. Особенно, если вы недавно знакомы. Слышь? Угощайся. Да слышь, я ж прикольнулся, ну блин. Да чё ты обиделся? Слушай, а можно у тебя немножко попкорна взять? Ты извини, это ж просто всё шутки. Саша! Александр! Да ты не стесняйся! Ешь! Только без рук! Ого! Друзья, на этом все. Не засиживайтесь у компа, потому что на дворе лето. Бегите гулять, пинайте мячики, пейте ситро. Но не забывайте про понедельники, потому что понедельник — наши выпуски. И смотрите их, жмите «Рассказать друзьям», вешайте себе на стенку, пишите нам в Твиттер. О, точно, давайте будем писать в Твиттер приятные слова про лето с хэштегом «Лето, не уходи». Выведем этот хэштег в тренды, его увидит лето, ему станет приятно реально, и оно останется с нами надолго. Пишите, давайте! Подписывайтесь на канал «Спасибо, Ева». Ну а темы, которые бы вы хотели, чтобы мы рассказали друзьям, пишите к нам в группу. Пришло лето, увидимся с вами в Серебряном Бору! Серебряный Бор можно пасать, не заходя в воду. Серебряный Бор, там пиво бухают мужики и бабы.